Северный Иран. Плодородные его долины, возделанные упорным трудом крестьянина. Многочисленные его стада, пасущиеся на высокогорных пастбищах. Много веков насчитывает его города, центры древней восточной культуры. Город Казан. Один из древнейших городов иранского Азербайджана. Здесь сохранились замечательные памятники старинной архитектуры. Тавриз. Крупный промышленный, административный и культурный центр Северного Ирана. Четыре с лишним года пробыла Красная Армия в северных районах Ирана. Она стояла на страже безопасности советского и иранского народов. И теперь, на основании Советско-Иранского соглашения 4 апреля 1946 года, советское правительство, точно выполняя свои обязательства, осуществило полную эвакуацию частей Красной Армии из западных районов Северного Ирана. Раннее утро 5 мая в Тавризе. В этот день советские части покидали город. На проводы прибыла делегация Курдистана. Закончены последние приготовления. В путь на родину. Проводы частей Красной Армии вылились в демонстрацию дружбы и признательности Красной Армии со стороны иранского населения. Тепло провожало воинов Красной Армии население города Мериге. На трибуне священнослужитель Кемаль Хатеми, он говорит: «Нет в мире нравственнее солдат и офицеров Красной Армии. Слава и честь им!» Все жители небольшого городка Салмас вышли на площадь провожать уходящие войска. Женщины города Ардебиль редко появляются на улице, но в этот день и они провожали кавалеристов Красной Армии. Надпись на доске из ценного дерева гласит: «Другу трудящихся мира
героической Красной Армии за ее ценную помощь в области культуры и просвещения. Это подарок жителей города Урмия. По старинному народному обычаю друзей провожают с зеркалом и водой. Пусть ваш путь будет светлым и счастливым, дорогие друзья. Пусть любовь наша озарит вам путь на родину. Говорит председатель Демократической партии города Хой Нурла Эгани. Наш народ не забывает хорошего. Только хорошее мы видели от вас. Вы наши спасители. В прощальных листовках советских войск слова привета и благодарности за дружеские чувства Красной Армии. В массовом митинге в Тавризе было оглашено послание премьер-министра национального правительства иранского Азербайджана господина Пешевари. «Красная армия завоевала нашу любовь», говорится в послании. Многочисленные подарки – свидетельство этой любви и дружбы иранского народа к Красной армии. Подарок бойцов народного ополчения города Тавриза. Альбом-адрес. Здесь собраны отзывы о Красной Армии, представителей интеллигенции, купечества и знатных людей Тавриза. Художник Мавази Заде 4 года работал над этим ковром. Подарок делегации Курдистана. Надпись гласит: во время своего пребывания в Курдистане Красная Армия своим гуманным культурным отношением оставила в наших сердцах неизгладимое впечатление. Иранский народ ярко выразил свои чувства дружбы и признательности воинам Красной Армии. Красная армия спасла иранский народ от участи рабов германского фашизма. Красная армия укрепила дружбу между народами Советского Союза и Ирана.